Mass Effect. DLC к Mass Effect? Нормально. Так, идем на рутрекер. Так, что тут у нас? Шесть видов оружия. Стоп! За кого я буду играть? За Джокера? Мне этого коллегу хватило во втором Mass Effect. Это чудесный геймплей, когда раненая макака бегает по кораблю. О, можно романтить кого захочешь? Поехали. О боже. Почему я выбрал толку? И Шепарда убил, и Иги убил. И этот калека остался с плохим скином. Почему ты в пижаме? Модельку хотя бы пофиксили. Не качок. Правильно, калека не может быть. И тоже здесь пофиксили. О, Лиара. О, Лиара. Привет, Джек. Что бы ей ответить? Не так не хватает Шепарда. Он был Ох, ленюни. Нет. Как идет ремонт Нормандии? Ты совсем с ума вышел? Мы девушку катрить собираемся, а не корабль. Блин, Шепард мудак. Из-за него Иги умерла. Ладно, не будем о бывшей. Как насчет этого варианта? Я так о тебе волновался, что мое сердце чуть не выпрямило из груди. Ну и не переломало мне все ребра. Тед, норм ли как? Иги! Вы что, офигели? Нет. Держу. Так кто такие сценарии? Смотри, какая девушка, мы не должны ее упустить, ну уже. Давай. Попробуем утешить ее. Ты бог утешения. Спасибо тебе огромное. Теперь я полная сила готова работать. Что? Ладно. Давай попробуем пойти другим путем. Все делаешь. Я посреди важного исследования. Тебе чем-то помочь? Я посреди важного исследования. Нет, ты что такая неприступная? Смотри, какой мужик. Да я бы сам ему... Ладно, идем в банк. Меня так завораживает твои щупальца. И фильм «Хентай», который начинается точно так же. Что значит Джокер умер от перелома шейных позвонков? Кто такие сценарии пишет? Ладно, перезагружусь, начинаем сначала. О, Лиара. Привет, Джек. Скипаем. Здесь можно прыгать? Джокер умер от перелома ног? Биовары, за что? Ладно, последняя попытка. О, Лиара. Привет, Джек. Давай сопливый вариант, пойдем. Ты как, держишься? Мне тоже не хватает Шепарда. Шепард — герой, который навсегда останется в моем сердце. Он спас нашу галактику. Пожалуйся в ответ. Давай, спускай Нюни. Он был моим лучшим другом, но потом он убил жизнь, любовь всей моей жизни. Играть покемонов.